Все детские дома я объездила. Где много раз, где по два раза, где по три. Мне сказали, я единственная пенсионерка-волонтер по всему Приморскому краю по оказанию гуманитарной и духовной помощи. Сиротам, малоимущим детям, многодетным семьям и не только пенсионерка Римма Николаевна Ким помогает уже 28 лет. Сколько детдомов, коррекционных школ и интернатов объездила за это время, уже не сосчитать. Подарки и сладости покупает на собственные деньги. Особенно любит дарить шоколадные конфеты с орешками, которые сама так мечтала попробовать в детстве, когда ее семье приходилось есть лебеду и картофельные очистки. Ты ела траву, потому долго живешь. Мне 88 лет. Я за пятерых работаю, не отдыхая, на общественных началах. Никто мне зарплату не платит, на общественных началах за пятерых. Вот почему я стала волонтером. Историю своего непростого детства Римма Николаевна часто рассказывает воспитанникам детских домов, тем, кто находится в сложной ситуации. Педагог по профессии не понаслышке знает, как важно вовремя оказать внимание и дать ответы на, казалось бы, самые обычные вопросы. Поэтому на встречах с подопечными всегда находит время на общение. Беседы, лекции читаю, но тематику я говорю, у меня вот такая-то тематика. По лекции такие темы, по диспуту такие темы. И мне или директор, или соцпедагог, или замдиректора по воспитательной говорят: ой, сделайте диспут, элементарные правила этикета. Но смотря кто как. Или говорят: ой, лучше о себе расскажите. Уже 19 лет Римма Николаевна работает педагогом-воспитателем в МГУ имени адмирала Геннадия Невельского. Студентам читает лекции на этические темы, часто балует их занятиями в формате чаепития и, конечно, не упускает возможности сделать подарки своим ученикам. На день рождения из своего личного бюджета я покупаю большие открытки, которые стоят около сотни, и дарю каждому. На двух факультетах по 150 человек. Коллеги Риммы Николаевны поражаются ее жизнелюбию и энергии. А некоторые признаются, именно благодаря ей поняли, если действительно хочешь помочь, трудности не помеха. Я занимаюсь именно помощью детям, малообеспеченным, слабозащищенным социальным группам населения. Благодаря вот Римме Николаевне, да, этому чудесному человеку, начиная порядком где-то с 2014 года, когда я с ней первый раз познакомился. Она сначала просила меня просто отвезти подарки детям, ее отвезти куда-то там в Суньяцен, в Михайловку, в Лесозаводск. То есть я изначально работал просто как водитель, так скажем. Потом, по мере своего личностного развития, да, я стал руководителем строительной компании, стал депутатом. Ну и на этот момент Римма Николаевна говорит: Андрей Сергеевич, хватит уже вот волонтерство, молодцы, надо становиться уже на ноги и делать это все под крылом какой-то организации. Инициативу Риммы Николаевны охотно воплотили в жизнь. Благотворительный фонд «Вместе сможем больше» работает во Владивостоке с 2016 года и оказывает помощь по разным направлениям. От социальной поддержки граждан до содействия патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи. И, конечно, одним из его главных волонтеров остается Римма Ким. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.